Матрица успеха является дополнительным инструментом для того, чтобы загружать в свое подсознание нужные вам цели. Или если вы по каким-то причинам не можете использовать эффективное самопрограммирование, матрица успеха может являться одним из основных инструментов, позволяющих загружать нужные вам цели в ваше подсознание. Матрица работает на основе эффекта 25-го кадра. Этот эффект заключается в том, что когда перед вами на очень короткий момент времени вбрасывается какая-то фраза, то наш медленно действующий разум не может распознать, что же там написано. Речь идет о каких-то сотых или тысячных долях секунды. А подсознание, которое функционирует очень быстро, ну, на инстинктивном уровне, оно распознает фразу, распознает содержание. И, собственно, поскольку нет механизма контроля, механизма отслеживания отбрасывания, то принимает к исполнению. Другое дело, что когда на экране очень короткое время вбрасывается информация, она не несет в себе энергии, она не заряжена эмоционально. Если вы используете супераудионастрой, например, то там диктор, когда читает настрой, он вкладывает свою личную энергию. Он говорит очень энергетично, с подъемом, и каждая фраза, она наряду с информацией несет некий энергетический посыл. И когда таких фраз много, то происходит достаточно быстрое перепрограммирование нашего подсознания. А матрица успеха – это голая информация, и энергетический заряд очень мал. Поэтому от единичного, от 1, 2, 10, 100, 1000, может быть, таких информационных посылов эффекта не будет. Но если таких посылов будет там десятки тысяч, сотни тысяч, то тогда, конечно, появляется эффект, и та информация, которая содержится в этой фразе, которая выходит на экран компьютера, например, она начинает оказывать влияние на нас, то есть выталкивает с полочки подсознания старые убеждения и закладывает на это место новые убеждения. Если мы работаем с позитивным убеждением, если мы работаем с целями, то, соответственно, создается какая-то новая полочка, на эту полочку укладывается наша цель. И когда нарабатывается некая масса этого убеждения, то подсознание, понимая, что хозяин хочет реализовать эту цель, оно начинает включаться и начинает помогать нам двигаться к нашей цели, создавать условия. Мы, конечно, должны действовать, потому что ни матрица успеха, ни эффективное самопрограммирование не является процессом чудотворения, когда мы просто поговорили и ничего не делаем. Результата не бывает. Результат будет, если вы будете действовать, но при этом, если у вас в подсознании как цель, которую вы должны достигнуть, лежит некая фраза, определяющая, что вы хотите достигнуть, то тогда подсознание, понимая, что вы хотите, оно будет вам помогать двигаться вперед. Матрица успеха – это компьютерная программа. Вы устанавливаете ее на ваш компьютер самым обычным образом, и она поверх всех программ, которыми вы работаете, вбрасывает на экран компьютера те фразы, которые вы в нее заложили. Вы можете работать совершенно свободно с любыми программами в интернет, с Word, с графикой, с Excel, с любыми другими программами. Просто на долю секунды на экран, на какую-то очень маленькую долю, будут вбрасываться какие-то фразы, которые вы не видите, распознать вы не сможете. Такое мелькание небольшое будет. Но ваше подсознание это видит, и идет загрузка этих программ, которые вы загрузили в матрицу успеха. Как выглядит эта работа? Вот пока вы смотрите, наверное, замечаете, что такое коротенькое промаргивание происходит. Это на моем компьютере работает программа «Матрица успеха», и в какие-то моменты времени такая темная полосочка идет посередине экрана. Это вот, собственно, работает «Матрица успеха». Программа «Матрица успеха» имеет вот такой лейбл, кружочек «Матрица Success». Нажимаем. Вот так выглядит программа «Матрица успеха». Мы видим, что здесь имеется несколько папок, довольно большое количество папок, изначально заложено разработчиками, больше десятка папок, которые содержат несколько десятков различных позитивных утверждений. Это утверждения, которые используются в супераудионастроях. Я мастер убеждений, фантастический бизнес-успех, мастер продаж, я все могу и так далее. Ну, давайте откроем, скажем, вот у меня выделено «Я магнит для денег». Открываем, редактировать кнопочку, нажимаем. Открывается окошко, в котором мы видим наши фразы, которые имеются в этой папочке. Ну, я магнит для денег. Я успешный, богатый человек здесь сейчас. Я везде вижу возможность заработать деньги. Я легко реализую лучшие возможности. Я магнит для денег. Я всегда плачу себе первым. Мои деньги работают максимально эффективно. И так далее. Если какие-то фразы вас не устраивают, вы можете их просто убрать. Ну, например, там, я финансовый менеджер. Вам не нравится, вы берете ее просто убираете. Я гениальный менеджер. Если вы зарабатываете деньги, я думаю, что это хорошо. Ну, менеджер не очень понятно подсознанию, но тем не менее можно оставить. Я богатый, успешный человек, это нормально. Деньги любят меня, у меня всегда достаточно денег. Вы можете добавить свои какие-то фразы, например,
Я с радостью инвестирую часть своих денег в успешные проекты и фонды. Но вам не нравится такая фраза, вы не собираетесь никуда инвестировать, вы берете, убиваете эту фразу. А освободившееся место можно направить. Вот здесь фраза «мои деньги умножаются». Вот эта фраза составлена неправильно, потому что она не относится к вам, а относится к деньгам. А можно фразу относительно вас составить. Я легко умножаю свои доходы, например. Добавили еще какие-то фразы, которые вы считаете нужным. Нажали ОК, все сохранилось. Теперь я магнит для денег слегка откорректирован. Мы ставим галочку, чтобы он появлялся на экране компьютера. И работаете с ними. Есть раздел «Свои цели». Открываем его. Через кнопочку «Редактировать» сначала выбираем. Так выглядит окошко «Свои цели». Скажем, у меня тут записаны цели какие-то. Я абсолютно здоров, у меня отличное зрение. Это не цель, это позитивное утверждение. Я организую высококачественный перевод новой книги, да, постоянно. Мой IT выглядит как 44 года и так далее. То есть какие-то мои цели здесь записаны уже. Ну, скажем, вы хотите записать ваши цели. Что для этого нужно сделать? Нужно перейти на сайт помощника по самотрансформации, на шаг 3. Переходим туда. Здесь у нас записаны наши цели. Выбираем нашу цель. Я увеличиваю свой личный доход до 60 тысяч рублей, например. Копировать. Выбираем копирование. Переходим в матрицу успеха. Вставляю вашу цель в пустую строку. Вставить. Снова возвращаемся на помощник по самотрансформации. Выбираем вторую цель. Копируем. Возвращаемся на матрицу успеха. Вставляем эту цель. Вставить. И все цели, которые у нас имеются на шаге 3, помощника по самотрансформации, переносим в матрицу успеха, ставить, и нажимаю кнопочку ОК. Теперь все ваши цели находятся в папке «Свои цели». И все. Теперь ваши цели будут сбрасываться на экран вашего компьютера, вот очень быстро помаргивать здесь перед вами, в какой бы программе вы ни работали. Будете работать помощники самотрансформации, в любой другой программе, все равно поверх всех окон будет на экран бросаться те цели, которые вы заложили, плюс те позитивные утверждения, которые вы выбрали в матрице успеха. Что здесь еще есть? Есть кнопка настройки, нажимаем. Запускать Windows, ставим здесь галочку. Тогда при каждом запуске включения компьютера у нас будет происходить загрузка. Показывать сообщение. Ну, то есть, выбрасывать наверх, показывать поверх остальных окон, да, ставим сюда. Язык русский. Дисплей. Время показа между сообщениями 1 секунда, ну, то есть, 60 раз в минуту, 3600 раз в час, ну, и так далее. Будут показываться вам ваши цели или ваши позитивные утверждения. Время нахождения на экране, ну, я поставил минимальное, 15 миллисекунд. Все равно идет маленькое-маленькое промаргивание, ну, в конце концов, оно ничем не мешает. Можно выбрать размер текста, стиль текста. Окей. Ну, желательно, чтобы побольше было, чтобы не пришлось напрягаться. Не нужно делать совсем маленький текст, сделайте его максимально большим. Размер примерно 30-ку и ареал, чтобы хорошо различался. Даже нажимаем окей. Все, матрица запустилась, и на экране идет вот легкое промаргивание. Если можете, видите, вот здесь такая темная полосочка проходит. Так будет постоянно. Вы работаете с любыми программами, вы работаете с помощником, работаете с чем хотите. При этом на экран сбрасывается формула цели и позитивное утверждение, которое вы себе заказали. И происходит автоматически самопрограммирование вас с помощью этих фраз и с помощью этой программы. Это хороший, удобный инструмент для внутренних изменений. Пожалуйста, пользуйтесь. Приобрести его можно в магазине PsiMarket. Мы единственные продавцы этого продукта. Вы, наверное, можете скачать в интернете какой-нибудь ворованный, но я скажу, что программа постоянно обновляется, и, скорее всего, в интернете вы скачаете неполноценный продукт. Поэтому пользуйтесь. Программа недорогая, пользуйтесь. Она даст вам хороший результат. Ну и учтите еще, когда вы не готовы вложиться в тот инструмент, который вы хотите использовать, вы хотите взять его на халяву, значит, вы как бы говорите подсознанию, что для меня это не важно. Ладно, я тут вот сейчас возьму там на копейки бесплатно, попробую, получится, не получится. Вы даже не будете пробовать. Это известная вещь, что то, во что вы не вложили энергию, а деньги это тоже ваша концентрированная энергия, то вы тем самым сказали своему подсознанию, что мне это не нужно. И поэтому результата, скорее всего, не будет, потому что подсознание понимает, как вы относитесь к тому, что вы скачали с интернета на халяву. Нужно заплатить хотя бы немного, и тогда вы дадите себе знак, сигнал, что я заплатил, значит, мне это нужно, я буду этим пользоваться, и это должно дать мне результат. Вы создаете эффект ожидания результата, и результат появляется.
Так что пользуйтесь программой, пожалуйста, и думаю, что самопрограммирование будет идти у вас в режиме автомата. Программу можно приобрести в нашем интернет-магазине Psimarket.ru. Заходите, пожалуйста, приобретайте, пользуйтесь, все будет супер. Успехов вам на пути внутренних изменений.